Масштабное видовищное свято снегу сёлета собрало у Гомеле великую колькость юных и дорослых аматоров зимовых забав. Урашистое построение, слово пожадания от организаторов мероприемства. До всех присутных звернулся наместник старшини Гомельского облвыконкама Владимир Привалов. И он отзначил со сцены, что здоровый лад життя, занятки физической культурой и спортом – основные приоритеты развития нашей краины. Основная задача, которую мы ставим перед собой, конечно, это процентный охват занятия физической культурой и спортом. Ведь чем больше мы привлечем людей к занятию физической культурой и спортом, тем меньше будет работы нашим медицинским работникам. И основная задача – сплотить людей, предоставить им возможность посоревноваться и доказать, кто из них сильнейший именно вот в направлении лыжного спорта, в других каких-то соревнованиях. Эту задачу ставит сегодня и глава государства, и губернатор Владимир Андреевич Дворник. И согласно вот этим направлениям мы сегодня и движемся. После распочались бодай самые массовые спаборництвы – забег на лыжах. У им приняли удел наученцы средних специальных и высших научальных установ, а так само усе жадающие. Лыжный забег объединял представников самых разных узростов, сярод наибольш опытных аматоры, яким за 50. Девчины и женщины переодоливали 1 километр, хлопцы и мужчины – 2,5. Навод для самых подрихтованных гэтые дистанции стали тяжко переодольными, однако настрой во всех удельников лыжной гонки был боевым. А участвовала до этого, но было проще мне немножко, потому что я накануне тренировалась, сейчас первый раз в этом году получилось, так что тяжеловато, но зато здорово. Эмоции замечательные, я считаю, что каждый должен попробовать поучаствовать в этом. Получится, не получится, но поучаствовать нужно. В борьбе равных тем, кому за 50, ну, где-то пришел в пятерки лучших. Вот. Удовлетворение, конечно, получил колоссальное. Во-первых, потому что праздничная такая обстановка, музыка, много смеха, улыбок. Все очень хорошо. Переможцы лыжной гонки отримали гоноровые дипломы и медали, а усе без выключения зарад бадёрости и доброго настрою. До того ж, подчас проведения у зарэшной зоне раки Сош свято снегу, усе жадающие так само смогли проявить себе у шерагу цікавых и займальных викторин. У целом свято снегу у Гомелі прошло масштабно и весело. Кожный смог найти для себе заняток по интересах, отримать зарад позитиву и приемных уражений. А что самое главное, долучиться до активного и здорового ладу життя. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель».